ауылға туған барып қайт. Шалғынға аунап, құмында ойнақ салып қайт. Бір болып келер біз жақтың азаматтары. Намысты соның көкірігінде жанып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Белесі белі жоғалды мидай далама. Қарамай жаным, қалдырмай бәрін арала. Шомыла барсаң байқарсың күміс көліңі. Іздерім жатқан секілді менің жағада. Арала, арала бәрін, орманға тауыма далам. Болар деп қандай сұрайтын едің жайлаулы. Сыбағаң үшін бір қозы сонда байлаулы. Аңқылдап келе арқымақ тартар ағайын. Алтынды жерлі ер тұрмандары сайлаулы. Жайлауды қайтарсың өзің, көзіңмен көріп жайлауды. Ауылың жайлы қиялың менен елесің. Айналып шында ғажайып күйге енесің. Атаң мен марқұм, бабаңның сонда бейіті. Соға кел қалқан, елемей кетті ау демесін. Демесін, соға кел қалқан, елемей кетті ау демесін. Басына барсаң, тұсауып кетпей елде бар. Қасыңа жаның жөмілер біреу ерде бар. Атымнан менің топырақ таста иеле. Әкенің осы сағыныш күйін шерте бар. Шерте бар. Әкенің осы сағыныш күйін шерте бар. Ертелі кеште қуалай бермей ойынды. Бірауы қарған арманда жүздір ойынды. Көпшілік өзі сынағыш келер мұндайда. Абайлап басып түзетіп ұста бойынды. Бойынды абайлап басып түзетіп ұста бойынды. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Шалғынға аунап, құмында ойнақ салып қайт. Біз жақтың қызы, ибалы келер құлының. Жарқ етіп жанып, жанарын шоқ болып қарып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылыңа туған барып қайт. Сознание трагедии всегда было общечеловеческим содержанием искусства, и боль этой истины поражает хотя бы тем, что жизнь театральной или экранной роли рождается и умирает каждый день в каждом спектакле и фильме. Конечно же, талант или самородок – это частица народного и национального бессмертия, слава и гордость земли, что его породило. Но как часто талантливые политики или главы государств предавали свои народы и становились их палачами
и диктаторами. Власть человека над человеком – это уже несправедливость. Но власть одного человека над десятками и даже сотнями миллионов людей – это кровавое безумие рабов и палачей. В человеке два голоса. Внешне – это громкоговоритель. Внутренний голос мысли выстукивает пульс правды. В человеке два голоса и одно невежество. Жизнь каждого из нас значит столько, сколько звезд мы видим на небе. Ствол дерева рвется из земли, сосредоточив в себе всю силу всемирного тяготения. Знание, как и невежество, тоже является хлебом человеческих поколений. И человечество высосало себя далеко не из пальца одной только мудрости. Мудрости было две. День и ночь, детство и старость, жизнь и смерть, искусство и жестокость. Я видел кости, белые, чистые, омытые дождями, оплаканные годами. Я не люблю разложение и зарываю его в землю, ибо яблоня дарит плод. Такова красота, ветвистая, мудрая красота природы. Ее нервные корни впитываются белыми щупальцами, крепко и цепко в землю и взрываются в ствол, в кроны, плоды. Дерево – взрыв жизни. Мудрая молния, ветвистая мудрость, прими мое поклонение. В еще не зарытом теле оплакиваю себя. В еще не забвенном теле оплакиваю лица. Многоликость страданий и мук человеческих, отцов и детей, и мать-матерей. Ты был пахарь и мужик, и тащил телегу казахфильма, иногда совсем один, среди покорного люда и алчных группировок, среди власть имущих сверху, приспособленцев сбоку и предателей за спиной. В кровавой стране революций и войн врагов была тьма, ибо целые народы были объявлены врагами народов, и целые нации ссылались этапами или истреблялись, и на таких, как ты, еще держалась земля. Что вы хотите от меня? Говори. Чего? Что это? У тебя болят уши. Я хотел облегчить твои страдания. Это превосходные капли. Одной меньше они лечат. Одной больше они убивают. Такие капли всегда хорошо иметь при себе. Ты хочешь, чтобы я убил Абая? Шариф! 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 Голос не должен упасть с головы Абая. Неужели для вас там Абай только тобыктынский якын, а не светоч народа? Светоч народа. Светоч, который чадит и отравляет народ. Я чищу его. Он будет гореть моим пламенем. Степи полетит черный ветер злобы. Подожди, подожди. Послушай, как поют. Ты поставил себя под удар из-за этого безумца. Разве безумие жажда счастья? Какое это счастье, когда нас сжигает, как огонь? Стихам нужен размер, а чувство мера. Неверно, Шарип. Кто знает, какой мерой измеряется чувство. И сердцу открывает жизнь себя. Айдар услышал тайную песню жизни, Шарип. Пусть табычей жестокий и дикий, но они сейчас святыня для народа.
и народ пойдет против нас. Я боюсь этого Абаяга. А ты не бойся. Народ не пойдет против правды. Гроза очистит воздух. Слишком трудно стало дышать. Пора шарит. На ярмарка. С балаганных подмостков Куендинской юрки Куанышбаева пригласили в Кызыл-Орду создавать первый профессиональный казахский драматический театр. Вместе с ним были приглашены такие же, как он, таланты из народа, Серкека Жамкулов. Курманбек Жандарбеков. Елеубай Умурзаков, Капан Бадыров, Амрека Шаубаев, Иса Байзаков. Первая труппа и первые спектакли. Янлик Кебек, Бэбишет Акал, Малкамбай, Зарлык. Спектакли «Любовь Яровая», «Укрощение строптивой», «Аристократы», «Человек с ружьем». Дум моих сердцебиения, в ней Сталин, в ней звезд путеводных лучи. Меня озари, укрепи мое зрение и мудрости русской меня научи. Тебе, солнце ликой, склонясь по сыновей, я сердце вручаю, как матери сын. Я твой, я в тебе говорю я с любовью. Казах я рождением, Москвы гражданин. А сейчас вспомним историю казахского кино, про то, о чем говорил Шакен Найманов на пленумах и съездах десятилетия назад. Все, что было создано до 1958 года, включая фильм «Джамбул», все это было создано руками русских режиссеров, руками русских мастеров кино, за что им великое спасибо. У нас тогда не было ни одного своего режиссера, ни одного своего сценариста. До сих пор не имеем кадров профессиональных сценаристов. Мы делаем по 15 заседаний, но толку от этого нет. Надо просто заниматься делами. Нет у нас директоров картин. С этим у нас плохо. Причем большая текучесть кадров. Принимали на эту должность несерьезных, неподготовленных людей. Растратчики, пьяницы, аферисты. Кого только не было здесь. А работать некому. У нас есть организационные трудности. Организационная чехарда нашего профессионализма. В аппарате Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии из 45 человек нет ни одного человека с высшим кинематографическим образованием или хотя бы имеющего практический опыт в кинопроизводстве. А наше руководство, особенно Министерство культуры, стремится доказать, что все идет у нас нормально, правильно, хорошо, пытается создать внешнюю видимость благополучия. А это страшно.
Да, Джамбул сыграл в твоей карьере решающую роль. Когда ты сыграл, в свою очередь, его роль в фильме «Джамбул». И сыграл настолько талантливо, насколько сразу же после этого родился народный артист республики. Невозможно найти свободу искусства и правды там, где на творчество смотрят сквозь прицелы и мушки трассирующих, ядерных и прочих пушечных изобретений человеческой стратегии самоубийства. И не только китайские стены маоизма или сталинизма тому виной. Что творила, например, власть во времена Сталина, Хрущева и Брежнева? Фактически арестовывала неугодные ей фильмы, обрекая их на пожизненное заключение. Это были обыкновенные репрессии обыкновенного фашизма. Хотя это называлось «положить фильм на полку». На самом же деле хоронили заживо и не только фильмы, но и спектакли, и книги, и скульптуру, и живопись, и даже изобретения. Многие ведущие кинодокументалисты десятилетиями пели хвалу в своих помпезных фильмах и Сталину, и Хрущеву, и Брежневу. А у нас на кинохронике оперативно сумели таки воспеть даже Черненко. И речь идет не о культе Сталина, Хрущева или Брежнева. Речь идет и может идти только о 70-летнем культе КПСС, о культе однопартийной диктатуры. Все мы, начиная с пионеров и октября, только что не носили красных клоунских колпаков, хотя звездочки, галстуки, лозунги и знамена – все было красным-красно, видимо, для того, чтобы дразнить быков капитализма. Но оказалось, что дразнили нас, весь советский народ, дразнили коммунизмом, считая народные массы и нации то ли гигантским стадом быков, то ли баранов. Сегодня же всему миру ясно, что все наши диктаторы власти, все эти секретари и секретутки, играя жизнями сотен миллионов людей, на деле оказались палачами и предателями народов, и не только советских. Ясно также, что во имя тоталитарной однопартийной диктатуры был создан великодержавный миф о коммунизме, этот гигантский лживый фарс, от которого сегодня отреклась вся Европа. Поэт, патриот и пропагандист, поэт-коммунист и певец идеологии Маяковский стал политическим поэтом, угодным Сталину. Отчего он застрелился? Кто знает. Может, он все же понял, что нельзя искусство ставить на колени перед партией и диктатурой любого государства. Сен қандайлық сордетің, көйлікпен де ағырақ. Нақшар күні кездесерміз, назарыңнан сонда менің ойран болған жанымды әзәзілдер ап кетек. Пәктігіңе құсаған сұп-суықсын бөбегім, қуарған иттін. Бұңдар мені сайтандай нұр жүзінен аулаққа. Құйындайығым шырып, шырылдатып өртеңдер, тұқтыңдер түпсіз отқа. О, Дездемона! Үлген! Газета «Известия» в 1961 году опубликовала фельетон о Шаке Наймане. «Два арбуза в одной руке». Автор фельетона Байдерин. Человек переменился мгновенно. Только что он на чем стоит, бронил киностудию «Казахфильм», его руководителей, в частности, Айманова. Ну вот мы вошли в коридор студии, и мой спутник увидел на стене броскую молнию. Она гласила: фильм «Поющий аул» принят на союзный экран. Вот это да. Надо поздравить Айманова. Старик ужасно любит, когда его поздравляют. Талантливый артист Шаке Найманов, создавший образ Джамбула в одноименном фильме, и Шарипов в картине «Песни Абая», не снимался в «Поющем аул». С чем его поздравлять? Оказывается, он один из авторов сценария и постановщик этого, прямо сказать, посредственного фильма. Сценарий его переделывался 8 раз, и 8 режиссеров, отсняв положенное число метров пленки, получив положенную сумму денег, безнадежно махали рукой. В последнюю минуту Айманов спас эту явно слабую картину. Но стоило ли ее спасать?
Фильм «Поющий аул», как и предыдущие фильмы, в которых Шакен Айманов выступал как сценарист и как режиссер, «Мы здесь живем», «Поэма любви», «Дочь степей» не украсил его имени и не принес славы казахфильм. Фильм «В одном районе», где Шакен Айманов был не только соавтором сценария, режиссером-постановщиком, но и исполнителем роли секретаря райкома, вызвал суровые упреки печати и зрителей. Уж слишком далека ситуация картины от жизненной правды. Айманов. Зачем понадобилось приписывать мне соавторство в сценариях таких фильмов, как «Поэма о любви», «Дочь степей», «Мы здесь живем»? Ведь я не только не был соавтором этих сценариев, но и постановку фильмов по ним осуществлял не сам, а совместно с другими режиссерами. Что касается утверждения автора о том, что эти фильмы не украсили моего творческого пути и не принесли доброй славы казахской киностудии, то это ведь мнение некомпетентного человека, который даже не удосужился почитать об этих фильмах советскую прессу. Если бы автор потрудился сделать это, то он узнал бы, что эти фильмы прошли широким экраном, собрали десятки миллионов зрителей, а фильм «Мы здесь живем» на первом всесоюзном фестивале в Москве получил диплом и премию как лучший фильм о целине. Известие. Но вопреки восточной мудрости, Айманов пытается удержать два арбуза в одной руке. Он упорно не хочет замечать своих творческих неудач и провалов. Должность художественного руководителя студии Айманова понимает весьма своеобразно. По-видимому, он считает себя признанным спасать безнадежно слабые фильмы. А пока Айманов мечется от одной плохой картины к другой, качество продукции «Казахфильм» становится все хуже. Айманов. Дальше автор пишет, что я являюсь художественным руководителем студии. Зачем же так передергивать? Я давно уже не являюсь художественным руководителем киностудии в связи с упразднением этой должности. Известие. Подменяя собой сценаристов и режиссеров, Айманов вовсе упустил из виду воспитание режиссерской молодежи, пополнение сценарного портфеля студии. Особенно неблагополучно сейчас со сценариями. Окололитературное братья несла в «Казахфильм» всевозможный хлам, получая за него звонкую монету. Трем авторам, Жумаканову, Петровскому, Виноградовой, еще 5 лет назад выплачено 62 тысячи рублей старыми деньгами за сценарий «Сноха». Сценарий студия не получила до сих пор. Результат: студия имеет 19 договоров на сценарии и ни одного сценария в портфеле. Айманов. Для чего Байдерину понадобилось утверждать, что из 18 заключенных в студии договоров ни один договор не заключен с писателем, в то время как 13 из 18 договоров заключены с видными казахскими писателями? Известие. И даже сценарий комедии «Алдар-Косе» о народном мудреце, шутнике и правдолюбце написал не знаток фольклора, а случайный в литературе человек Варшавский. Между прочим, на киностудию уже сейчас, до начала съемок, этому фильму поют хвалу. Ведь режиссером его будет Айманов, соавтор Варшавского по сценарию. Я могу согласиться, что он говорит, что я являюсь соавтором «Алдар-Косе», хотя я там принимал большое участие с первого до последнего дня, работал вместе с Варшавским, но со мной никаких договорных отношений не было. Моя фамилия там не стояла. Что касается Варшавского, написавшего для нашей киностудии сценарий «Алдар-Косе», то Байдерину следовало бы знать, что Варшавский не является в литературе случайным человеком. Он член Союза киноработников, известный критик и автор ряд статей и книг. После того, как выступили «Известия», указываем на некоторые неточности в корреспонденции «Два арбуза в одной руке», автор сценария «Алдар-Косе» Варшавский, названный случайным человеком в литературе, киновед, член Союза работников кинематографии СССР. Айманов был сопостановщиком фильма «Мы здесь живем», «Поэма любви», «Дочь степей», а не соавтором. Сабар, что ты говоришь? Да. Повторяю, против. Хоть Биро и согласна с позицией товарища Бектасова. Мне брошено тяжелое обвинение, что я встал поперек линии партии в вопросах животноводства. Биро считает, что я дальше не способен руководить районом.
Единогласия не было. Я, например, воздержался. Неужели из-за этой статьи? Цабр, Дюссе. Дело не в статье. А в чем же? Вы сам виноват во всем, Сабарага. Ваше поведение на бюро, ваш характер, в конце концов. Характер мой не устраивает. Потому что я терпеть не могу, вот пустой болтовни. Сабр, статья-то понравилась? Серьезное дело. А что он знает о местных условиях? Ну, что ты знаешь, Саша, о нашем районе? Ну, скажи. Ну, мало знаю, признаюсь. Вот, все так. Не знают, а вмешиваются. А верно, что Алабазский район отказался приобрести пекинских уток? Да, отказались. На черт они нам сдались, утки. У нас в районе лучшая порода овец, лучшая шерсть. Высокие надои молока. Сколько овец в районе? 150 тысяч. И сколько мяса вы сдаете государству? Сабр. 1500 тонн. Значит, 50 тысяч овец ежегодно идет на убой. Разумеется, если это хорошие, упитанные овцы. Так? Да. А сколько потребуется времени, чтобы вырастить этих овец? 2 года минимум. Так вот, 500 тысяч уток весят столько же, сколько 50 тысяч овец. А вырастить их можно 8 раз быстрее. За 3 месяца. Так что же из этого? Ну а кто же ими заниматься будет? Что, старик Атабай? Смагул? Айша? А может, меня попросите? Людей найдем. Поднимем молодежь, женщин позовем. Да, вы найдете. Сегодня утки, завтра кролики, послезавтра свиней прикажете разводить. Этого ты хочешь. Ну а почему не разводить? Потому что мы живем в районе, где большинство населения казахи. У нас свои обычаи, проверенные веками, поколениями. Надо их уважать, черт побери. Алатыннан айналайын қар қаралылай, сенен бұлт менен ені қайғыңи, тарқамадыдай. Саяңдағы сайға құрдалу саядағы бай, мен бір жан құлғаны көргені, Баянаул, заповедная земля легенд и преданий, родина твоя и наших предков. Сейчас здесь заказник, якобы охраняемый государством, которое само нуждается в спасении, как и вся страна. И, конечно же, заповедный Баянаул, его природа и жизни у коренных жителей тоже находятся в бедственном положении. Из этой трубы сточные воды сбрасываются прямо в озеро Савандыколь. И рыбачат здесь сейчас только приезжие, ибо не знают, что озеро загрязняется, отравляется уже более 10 лет. Также повседневно убиваются и 2 других озера, Жасывай и Торайгор, на которых заядлые рыбаки забавляются удочками. Но Торайгор уже начал превращаться в ядовитое болото. Вся эта наскальная письменность напоминает росписи и рисунки в общественных туалетах, ибо уровень культуры потомков бывших рабов и пролетариев не делает никакой разницы между туалетами и заповедной скульптурой, которую природа творила миллионы лет. Великовозрастные юнцы и девицы советского туризма чувствуют себя здесь хозяевами, потому что их благословила на это распутная, похабная власть их родителей.
израненный Баянаул. Это всего лишь автографы повзрослевших внуков и правнуков бывших рабов и пролетариев. Бедствие Арала, гибнущий Балхаш, отравленные промышленностью города Чимкент, Джамбул, Усть-Каменогорск и Семипалатинский полигон, изуродованный, испоганенный Мангышлак и, наконец, весь Казахстан, превращенный в военно-промышленный полигон, в термоядерную помойку радиоактивных отходов, вывернутый наизнанку карьерами и шахтами. Он, похоже, неизлечимо ограблен великодержавным шовинизмом 70-летней эпохи обмана и лжи. Миф о коммунизме оказался казарменным концлагерным адом для трудящихся и раем правительственных резиденций, совминовских домов отдыхов, санаториев и дач, коммунистическим раем для диктаторов власти. Этакий суперкласс в нашем якобы бесклассовом обществе, в империи взяточников и спекулянтов, в стране секретарей и секретуток. Президент Казахстана товарищ Назарбаев в статье газеты «Социалисты Казахстан» писал о том, что в республике ежегодно добывается золото на десятки миллиардов рублей, и ни копейки не достается его коренным жителям. Они прозябают в лачугах. Да, по сей день при социализме нашем, в лачугах и трущобах, в ежедневной борьбе за существование, в микрорайонах и окраинах прозябают в нищете и убожестве униженные людские массы многих национальностей. Писатель Анвар Алимжанов писал в литературной газете: «Народ мой многоопытен, он причислен к судьбам и трагедиям многих наций. На его земле был Карлак, каргандинские концлагеря, двойник ГУЛАГа, Алжир, акмолинский лагерь для жен изменников Родины. Вместе с заключенными к нам эшелонами прибыли охранники и палачи. Миллионы казахов погибли в 30-е годы от искусственно созданного голода, от жестокости коллективизации. К этому нужно добавить, что лишь на Украине во времена коллективизации было уничтожено свыше 6 миллионов человек, а в России 13 миллионов русских и других национальностей. Сағынтып талай жырты бар, оралым әлі қысан жыршы. Даламның исі бір құрап, қарттар месен сау жыршы. Профессиональная работа с актером, с которым ты работал, и характер которого знал наверняка. Мастерская импровизация, не чуждая ошеломляющих находок и открытий. Все это было и в шахматах, где как на сцене стояли фигуры, исполненные достоинства и неприступности. В то же время эти фигуры сознавали все свои слабости и недостатки. Но они всегда боролись, играли и часто побеждали, хотя, конечно, и проигрывали же. Но даже в поражении ты всегда оставался артистом, страстным игроком и болельщиком красивой и умной игры, уважающим сильного партнера. Потому что в игре, будь то сцена или шахматы, будь то съемочная площадка или игра иная, ты часто был центром внимания и нападения, а если надо, то и центром защиты. И, конечно же, в жизни, как в огромной бесконечной игре, ты всегда был большим ребенком, играющим во все игры, и погиб как ребенок, перебегая дорогу все той же жизни, увлеченно забыв ее правила. Если в шахматах фигурах одеревенело совершенство игры многих человеческих поколений, то именно в том, что человек приходит и уходит, а игра остается, и словно яд совершенствуется в змеином клубке жизненных противоречий, именно в этом и есть смысл, цель и содержание любой игры, будь то сцена театра или футбольное поле, жизнь или экран. Актер всегда ищет и находит самого себя во взрывах смеха и молчания и горя. И все маски его ролей – это бесконечные образы, как бесконечен сам театр и его зритель.
Зритель меняется, как лицо декорации. Сцена гримируется, как лицо зрителя. Лицо человеческого поиска всегда в труде. И лицо таланта – это та самая истина, которую он потерял миллионы лет назад, когда его еще не было на свете. И ты лишь тогда находил себя, когда обретался на сцене актером в живой маске образа. А эта маска уже была народной. Ты создал как режиссер несколько спектаклей и более десятка художественных фильмов. Сыграл в некоторых из них и как актер. Нельзя сказать по части кино, что ты сделал выдающиеся фильмы. Неудачи преследовали твою режиссерскую жизнь так же, как страну преследовал, пытал, расстреливал сталинизм, как рушилась народная вера в хрущевский коммунизм, как погрязла в безнаказанности преступная эпоха застоя времен Брежнева. Все это уже стало достоянием гласности, как и появление запрещенных ранее фильмов, спектаклей, книг, как реабилитировали спустя 50 лет тех, кого расстреливали вместе с их женами и детьми, кого пытали, унижали и сажали в концлагеря. Беспомощность обезоруживает, а это уже поражение. Неприятно это чувство, нелепое, и тем более непростительно оно на киноэкране, который увеличивает все ошибки и слабости до гигантских масштабов и тиражей. Ребенок нелеп и беспомощен, и ты лишь можешь преклоняться перед терпением материнской любви. Когда же беспомощны седовласые деятели, то это вызывает жалость и злобу, потому что чистое презрение встречается довольно редко. И всегда есть опасность убить в себе правду презирать. А чаще всего обладает этой опасностью любовь страстная и слепая, любовь повиновения, преклонения и рабства. Она убивает себя, ибо смерть бесчинствует всюду и заходит так далеко, где еще не ступала нога человека. Миллионы мозолистых поколений труда топчут планету, утрамбовывая ее копытами сапог в асфальт равнодушия. Жизнь такая штука. Смотришь на яйцо, а это уже цыпленок. И невольно задаешь себе вопрос, когда же яйцо научилось летать? И находишь ответ в огрызке яблока, который мы выбрасываем вместе с зерном истины на тротуары нашего бесплодия и невежества, забывая о том, что в каждом желуде таится дуб, а в каждом дереве молниеносный огонь и бессмертная энергия жизни, плодородия и творчества. В каждом человеке заложена частица бессмертия, провоцирующая нас иногда на тщеславие, карьеризм или достижение иных целей, вплоть до пусть неинтересной, но зато победы. Слушайте, был на свете один несчастный человек. Я хочу рассказать о его судьбе. У него никогда не было ни дома, ни семьи, ни детей, ни богатства. Только и было у него, что доброе сердце, да открытая веселая душа. Бродил он по своей родной земле, дарил людям радость и веселье, смех. Простая душа, он хотел облегчить им жизнь, рассеять горе, нависшее, как туман. Все думали, что он весельчак. И ни один человек не догадывался, что у него на сердце. Так бродил он по свету, защищал бедных, обманывал богатых. Пока не понял в один прекрасный день, что обманом мир не переделаешь, смехом сыт не будешь, но поздно он это понял. Помой его на себе, говорит. Наконец-то ты понял. Давно надо было за ум взяться. Вот вы и смеетесь. А что такого я вам рассказал? Что веселого вы увидели в этом бродяге, который всю жизнь смеялся сквозь слезы? А сейчас я вам расскажу историю, на которой действительно можно посмеяться. Смейтесь. Смейтесь. Этот бедный обманщик полюбил девушку. Нежную. И прекрасную, как весенний цветок. Погасло солнце. Ее юная, чистая жизнь оборвалась. Но погибла не только она. Вместе с ней ушло счастье человека, которого в народе ласково прозвали Алтар-Косе. Это все-таки наши проделки! Пусть говорит! Говори, мы слушаем тебя! Ничего у меня не осталось. Вот он, избитый, жалкий, потерявший свою единственную мечту.
Вы ждете, что я буду смеяться, а я плачу. А верил, настанет день, когда люди будут жить в довольстве и согласии, и не будет вражды. Высохнут слезы, исчезнет зло и насилие. А теперь я вижу. До этого еще далеко. Вот и вся история. Было в твоем лице что-то от дерева, от морщинистой коры дерева. В складках и морщинах твоих скопилось морщинистое время и наслоение многих человеческих поколений. Но время никогда не стареет, поэтому глупо обижаться на время или на свои болезни, или на свои слабости. Глупо не иметь недостатков и не ошибаться. Глупо быть идеальным и не быть простым смертным, потому что идеально только одиночество. Странно не то, что смерть торжествует в виде могил. Странно то, что плохие мелодии забываются, и печаль времени разрушается, и земля снова предстает в своей пыльной девственности. Глина, песок, камень. Ладонь берет прах. Человек идет дальше, листая историю праха, совершая свой вечный путь в поисках жизни, правды и самого себя. Человек, как и все живое, боится смерти, но она сидит в складках его морщин, и он смотрит иногда в свое лицо со страхом и любопытством. Человек не боится любопытства, смерть тоже. Она любопытна и тоже глядит во все глаза. Oh,